Во всероссийском конкурсе Елена Жук и Марина Генералова участвовали вдвоем от всей Самарской области, и обе привезли награды. Конкурс проводится с 2001 года. Участвуют сотни врачей со всей страны по нескольким номинациям. Для больницы Середавина это уже не первое достижение на федеральном уровне. В прошлом году участник конкурса тоже занял призовое место. Вы знаете, что очень много обвинений в адрес врачей, в их некомпетентности, безграмотности. Вот как раз эти конкурсы, они являются тем большим, огромным стимулом к тому, чтобы врачи всячески повышали свой уровень. Елена Жук работает физиотерапевтом 15 лет. По-настоящему увлечена своей работой. Это интересная, практически творческая работа, потому что мы встречаемся с пациентами с разной патологией и подбираем каждому пациенту процедуры. То есть это интересно, поэтому и физиотерапия. В отделении восстановительного лечения методы несколько оригинальные для классической медицины. Барокамера Кравченко, герудотерапия и пчелоужаление. Пчел в больнице сейчас нет, они на зимней спячке в пчеловодческом хозяйстве. Зато снимались в программе «Здоровье» на нашем канале. Еще один источник вдохновения для Елены Жук – барокамера Кравченко. Вот эта тренировка сосудов способствует улучшению кровотока. Сосуды более эластичные, более подвижные. Другой победитель, заведующая поликлиникой Марина Генералова, полностью оправдывает свою фамилию. Она работает в медицине 30 лет и последние 8 возглавляет консультативную поликлинику. Для многопрофильной больницы работа сложная и ответственная. Десятки врачей по 30 специальностям, сотни пациентов каждый день и выездные осмотры в самые отдаленные уголки области. Для руководителя профессионализм должен быть на первом месте. А у меня здесь ситуация, которую конкретно нужно с каждым пациентом решать. То есть и здесь приходится все, и посадить пациента. И вот эта картина, может быть, она не для меня, не для вас. В первую очередь пациент, когда приходит, начинает, он успокаивается, ему здесь становится нравится, он успокаивается, а мы в это время решаем его проблему. У них разные специальности, но цель одна – лечить и помогать. Сами победительницы говорят, награды они получили благодаря дружной работе всего коллектива. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.